Китайский луноход успешно сел на поверхность Луны. Нефритовый заяц, так назвали его в простонародье, спустился на Луну на борту космического аппарата Чанъе-3. Луноход будет работать на спутнике 3 месяца. Аппарат оснащен солнечными батареями, навигационными панорамными камерами и другим оборудованием. Напомню, Чанъе-3 был запущен с Земли 1 декабря этого года. Приземление и работа лунохода станет вторым этапом китайской лунной программы. Во время третьего этапа, который намечен на 2020 год, Китай планирует доставить на Землю лунный грунт. Китай стал третьей страной после США и СССР, которая сумела успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны.